два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Теперь проделайте водные процедуры. Друзья, приветствую вас на канале Империя Инструмента. С вами сегодня Антон, и мы продолжаем обзоры по аккумуляторным колесным косилкам. Ну, иначе никак, мы же обещали вам. В сегодняшнем обзоре участвует у нас газонокосилка от компании Ryobi. Моделька RLM36X46H5P. Газонокосилка у нас самоходная, но не полностью. Почему? Объясню чуть позже. Двигатель у нас бесщеточный, то есть брашлес. Серия у нас Max Power 36-вольтовая. По самой косе, как и в предыдущих обзорах, начну я, пожалуй, сверху, с панели оператора. И планомерно буду спускаться вниз, ну и, собственно, до самого днища. Посмотрим, что у нее, собственно, внизу. У Ryobi это является одна из самых топовых, самых продаваемых косилок, поэтому, собственно, мы ее и включили в обзор. Панель оператора у нас состоит из кнопки пуска, и клавиша у нас рыжая, клавиша Power Resist, которая у нас отвечает за привод на колеса. Но есть один подвох, маленькая хитрость. Дело в том, что привод идет не на два колеса, а на одно. Косим, да, то есть набивается полный проводоразборник, или мы идем в горку, труднопроходимые места, да, соответственно, это служит как помощником на какой-то отрезок пути. Итак, теперь по самой косе далее. Как я и говорил, двигатель у нас 36-вольтовый, соответственно, аккумулятор у нас тоже на 36 вольт. В данном случае косилка комплектуется 5-амперным аккумулятором 36 вольт и скоростным зарядным устройством на 6 ампер, который заряжает этот аккумулятор за 1 час. Далее, пластик у нас достаточно качественный, хороший. Еще ни одного случая не было у нас зафиксировано о том, что он лопнул или раскололся, или его камень разбил. Видимо, здесь направляющие по траве, которые помогают захватывать траву под газонокосилку. Колеса у нас стоят на втулках, не на подшипниках, да, то есть это классические втулки. По травосборнику. Травосборник у нас комбинированный, да, то есть это мягкий низ, жесткий верх. Ну и вытряхивать здесь также у нас присутствует лямка. Есть уровень индикации наполнения, да, то есть как он работает. Когда травосборник пустой, потоком ветра его поднимает, да, то есть и он постоянно находится в открытом положении. По мере наполнения данная крышка будет закрываться. Собственно, здесь у вас даже есть аббревиатура, то есть go stop, да, то есть как только закрылась, значит, останавливаемся и выбрасываем травосборник. Комплектуется она заглушкой для мульчирования, да, то есть и, соответственно, мульчирующий нож у нее также установлен. Итак, настало время ее перевернуть. Что мы видим? Нож у нас мульчирующий, штамповка, не кованый нож. Передача, естественно, не ременная, да, то есть сразу идет на вал. Касательно, насколько здесь хорошо все закрыто, да, то есть, ну, такое, что-то среднее. Нельзя сказать, что прям вот все открыто, да, то есть и трава будет забивать. Ну и нельзя сказать, что наглухо все закрыто. Здесь у нас установлен двигатель, который отвечает у нас за привод на одно колесо. Если вы вдруг налетите на какой-то твердый предмет в виде камня, арматуры, либо кирпича, да, то есть шлицы у нас слетят, так как они пластиковые, а не по сам нож непосредственно останется на валу, тем самым сохранит вам редуктор у самой газонокосилки. Регулировка высоты кошения у нас центральная, довольно комфортная, защищена резинкой. Защитная крышка, собственно, как и у всех, абсолютно такая же, конструкция не несущая, и производитель ее не делает сверхпрочной. Немного вернусь к рукоятке, пропустил ее, да, собственно, все максимально просто. Ryobi вообще фанатеет этим, да. Вот, собственно, все, косилка собрана для хранения, либо транспортировки. Здесь есть одна особенность, очень часто звонят, спрашивают, косилка не работает. Обязательно поднимайте рукоятки до замочков, да, то есть до черты. Только в этом случае газонокосилка, собственно, начнет работать. Сейчас я на всякий случай. Так работает, так не работает.
По теоретической части здесь, собственно, по сути, рассказывать больше не о чем. Давайте проверим ее на практике, так ли она хороша, как заявляет производитель. Напоминаю, что поставляется она с 5-амперным аккумулятором, соответственно, тестить мы будем ее тоже на аккумуляторе в 5 ампер. Итак, друзья, я на исходной. У нас все та же трава, это луговая, как вы видите, поле. Старая трава с новой травой вперемешку, густо, высоко. Для сравнения, приблизительно у нас те же 20-25 сантиметров высота травы. Максимум до 30 где-нибудь она местами будет достигать. Буду косить без функции самохода, посредством толкания. Соответственно, посмотрим, насколько хватит 5-амперного аккумулятора. Итак, все, аккумулятор у нас иссяк, настало время подведения итогов, произведения замеров. У нас не совсем стандарт, буковка Г такая получилась, мы рассчитывали, что больше получится, но не судьба. Вот, аккумулятор у нас, собственно, сел. Возьму я рулеточку, произведу замеры и скажу вам, сколько же, собственно, квадратов получилось у нас на одном заряде. Итак, друзья, после незамысловатых подсчетов и замеров выяснили, что на одном аккумуляторе в 5 ампер с учетом данной травы косилка способна выкосить сотку. Если это будет газон, я думаю, точно можно умножить на 3. Друзья, надеюсь, данный ролик был для вас полезен. Напоминаю, что всю продукцию Ryobi вы можете купить в компании Империя Инструментов в полном ассортименте. Не забывайте подписываться, ставить лайк, звонить в колокол, чтобы не пропустить следующие обзоры. Пока.